Итак, все-таки, как развить в себе канал ясновидения? Давайте я вас научу. Посмотрите на меня сейчас. Каждый человек, когда находится вот в таком состоянии, вот как мы с вами находимся, мы вот в этом состоянии сосредотачиваемся на том, что происходит во внешнем мире. Этих состояний у нас всего лишь три. Первое состояние – я что-то вижу и это ощущаю. Второе состояние – я погружаюсь и начинаю чувствовать, что там в животике что-то бурчит, в середине меня бурчит. Согласны с этим? Третье состояние – я не вижу этого и где-то не здесь. Понятно это, да? Это три уровня транса, а также три уровня восприятия человека мира. Первое восприятие мира – я не чувствую тело, вижу внешний мир. Второе восприятие тела – я чувствую свой внутренний мир, не вижу внешний мир. Третье состояние тела – я не вижу внешний мир, я не чувствую внутренний, и я где-то еще. Это выглядит так. Поняли? То есть я сосредоточился на одной точке, вот допустим, я сейчас вас научу, как это делать, я все научу. Вот смотрите, пока я во внешнем мире, и моя сосредоточенность происходит в виде анализа внешнего мира. После этого я сосредоточился на внутреннем мире, мой анализ на внутреннем мире. После этого я ушел еще куда-то, у меня нет внутреннего, нет внешнего, я сосредоточился на том, что мое тело и мое сознание ушло куда-то не туда. Это называется, я ввел себя в состояние внутреннего транса, при котором я не вижу внешнее, а также не вижу внутреннее. Вот эти три уровня, о них вы должны знать. Что такое ясновидение? Человек начинает сосредотачиваться с целью либо отрезать внешний мир. Когда он закрывает глаза и смотрит там в межброви, это тоже неправильно, потому что он сосредотачивается на своем внутреннем мире, и это тоже неверно. И просматривать что-либо с закрытыми глазами, сосредоточившись себе на лобе, бредовая идея. Вы сейчас мне будете хлопать в ладоши, когда я вам объясню, как все-таки можно правильно просматривать. Итак, когда мы просматриваем с закрытыми глазами, мы просматриваем призмы своего сознания. А призмы своего сознания, они дают нам опыт и переживания прошлых жизней. Они там накапливают и удерживают. Через призмы своего сознания невозможно просматривать что-то. Понятно? Это абсолютная ерунда. Закрытыми глазами просматривать не стоит никого. А также будущее ты не увидишь, если ты с закрытыми глазами начинаешь что-либо просматривать. А как же просматривать? Первое. Начните работать, как я вас научу. Когда вы начинаете просматривать, вы должны знать о трех уровнях внимания, которые мы сегодня будем разрабатывать. Что это за три уровня внимания? Первый уровень внимания – я ощущаю внешний мир и вижу его, не задумываясь о себе. Второй уровень внимания – я в середине себя ощущаю себя. Третье – я отрезаю себя вот этот уровень и вот этот, и сосредотачиваюсь на чем-то еще. То, где я сосредотачиваюсь на чем-то еще, называется моим центром